Ну, конечно, вот, честно говоря, группа А такая получилась для самих команд плотненькая, может быть, и интересненькая. Ну, нам так не очень смотреть. Скажем так, все команды, кроме КМС, ну, Fairy Tail не знаю. Мы, кстати, вот так подбираются, что мы их вообще не смотрели. Кроме Fairy Tail и КМС. Ну да, Monochrome и Тини такие явные аутсайдеры этой группы. Несмотря на то, что они попали в первую пару с собой, но это... Они так и так бы, может быть, попали. Ну, там Monochrome с Тини играли, собственно, в посеве сеток. Ну, такое, короче, случаем получилось так, что вот так вот и никак иначе группа. И группа Б получилась вообще группа смерти, на самом-то деле. Там что не игра, так шоу-матч. Хотелось бы полностью целиком ее смотреть. Но обделить вниманием группа мы тоже как бы не можем. Мы будем по порядочку и потихонечку все высматривать. Тини у нас получились за атаку после ножевого раунда. Ну и, собственно, в первом раунде они потихоньку будут просыпаться путем истребления самих себя походами в одно лицо по всевозможным точкам. Надо мне чат, скучно. Ну, в принципе, если бы я ванговал по поводу счета, то, наверное, какой-нибудь 10-4 я бы в этой паре сказал счет. Но, опять-таки, это уже решающие матчи идут. Поэтому здесь может быть все что угодно. Но, опять-таки, смотрите, высекает, хорошо встречает КМС своих соперников. Под Б в баре выбивают бомбу. С моста тоже делают пару трупов. Ну и теперь она сильно калена. Пиф-паф, тащу ТМ против троих бойцов КМС. Не знаю, неоднозначная игра была, честно говоря, от команды Тини. Так, у меня животное сошло с ума сзади. Не обращайте внимания. Утро воскресенье, кошкам тоже тяжело. Неоднозначная игра была, скажем так, она была не на победителя, а на проигравшего. Имея в виду Монохром и Тини. Кстати, Анкара тоже была море ошибок от одной и другой команды. У кого этих ошибок было больше, тот, собственно, и проиграл. Оказалось, это команда Монохром. КМС... Я думаю, более плотный коллектив по сравнению с Тини, более опытный, как минимум. Это вообще тот коллектив, который удерживал царя горы на протяжении 4 недель, по-моему, если не 5. По-моему, 4. То есть, в принципе, высекал всех и все. Так что должен здесь показывать, конечно, результат. Результат гроссмейстерский и легко разбираться и выходить в полуфинал. В общем-то, для КМС все складывается куда есть лучше. Лучше уже некуда. Лучше просто ТП могли бы для КМС быть. Как бы вот так. Да, БВ1, спрашиваю. Тут БВ1. До стадии полуфинальной мы играем по одной карте. Благо, Double Elimination, то есть с двумя шансами, с двумя попытками сетка. После первого поражения никто не вылетает. Можно было это уже заметить после первого дня. Как бы ни Монохром не вылетел, ни все остальные, кто проиграл вчера в первом туре, который мы смотрели. Ну, такой жиденько просыпательный матч потихонечку. Понятно, что вряд ли понимают Тини, как вот с нахрапа, да, победить команду КМС. Поэтому будут аккуратно их прощупывать, и щупать бы им, в основном хотелось бы их все-таки сзади, потому что, как бы, заходить в лицо опасно, получить ответочку. Ну, такое, посмотрим, как они с этим справятся. Пока, как бы, действуют точно так же, как с Монохромом вчера. Где-то чуть-чуть хитрецы пытаются применить, но вся эта хитреца состоит в том, чтобы неравноценно разменяться с преимуществом в свою пользу и потом уже что-то мутить. Пока как бы КМС не позволяют, и в дебютах раунда, если разменные есть, ну, это опровержение моих слов. Если разменные есть, то в пользу КМС пытаются не давать, не передавать инициативу атаки, действовать первым номером. КМС, собирая инфу в близкую, в поджимах, в аркадах, в дебюте, ну и затем уже разруливать потихонечку с преимуществом на точках. Ну, вот Пандарен зашел незамеченный. Зовет тиммейтов, ставится, будет бомба. 3 в 3. В пользу атаки, естественно, все. Ну, как бы быстро все изменяется. Ну и тащу ТМ на 2 хп. Единственный, кто остался. Закидали хаешками и убивают. 2-0. Четко и без вопросов КМС ведут. Миша, сколько игр будешь стримить в группе?
много. Четыре игры групповой стадии, два финала нижней сетки, и что-то у нас Crossfire подвисает. Ну и параллельно сейчас второй тур, две игры. Четыре игры всего будет. Следующая игра, смотрим Еремею против СССР. Такое хорошенькое противостояние, может быть оно еще и в полуфинале у нас будет, не знаю. Посмотрим, но... Самое эпичное, по идее, должно получиться, самое... Жаркое и кровавое. Так, ну и что у КМСДФ? Вообще, смотрите, точку А отпустили. Ну как отпустили? Уже двоих нет, поэтому собираются на центре. Но тем не менее, 5 в троих, все равно Тини залпом не заходит. Хотя можно применить очень простую тактику. Закидать респу дымами, кинуть еще флешку на выход. Почему они этого не делают, я не знаю. Поздняя флешка в никуда, осколочная в никуда. Пытаются простреливать, не давая выходить, стреляться снайперу. Закидывают им в ответ хае, тоже в никуда. Ну, перекиды гранатами, конечно, оставляют вообще желать лучшего. Я не знаю, то ли дымов у людей нет, то ли еще чего-то. Ну, просто надо респу закидать дымами. Во-первых, время пройдет, во-вторых, никого не убьют. То ли этого не понимают Тини, то ли действительно дымы это что-то, что тратить им не хочется. Один в пленте, остальные в подъеме. Еще один килл от снайпера, падает он. Десант! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, минус 3 от снайпера. Стигма божит. Рика со стигмой, 1 в 1. Ну и Рика выруливает все-таки эту ситуацию, хотя могло все, конечно, оказаться... Ну, 5 в 3 было. 5 в 3, а закончилось клатчем 1 в 1. 3-1 счет, размочили. Брошен дым под ворота, скрывают КМС свое местоположение, ну и вылетают. Ну, дамаг нанесен, я не знаю, раунд, по идее, должен быть, конечно, засчитан, хотя... Хотя сейчас узнаем это в чате, насколько согласны с этим те и другие. Окей, 1-3. Поехали, продолжаем. Со счета 1-3. Еще расскажи о истории КМС. А кто раньше играл, почему и каких результатов на турнирах добивались. Открываешь сайт Crossfire Mail.ru и ищешь статью в новостях под названием «Кто поедет в Сеул и кто поедет в Сеул 2?» И читаешь про КМС, Еремию, СССР и Мисклик. Все, что душе угодно. Очень просто. Все очень просто. Так, ну и после такой паузы, опять-таки, как бы вроде бы вкатились в игру, вроде бы все уже пошло быстро. А нет, опять тормозной жидкости попили. Ну, видимо, пауза была именно для этого. Попить тормозной жидкости. 3 в 2 атака. КМС всегда славилась своей защитой, команда. Ну, как-то с Анкарой у них есть некоторые проблемы. Есть легкое недопонимание, что делать. То ли в дебюте, ой, хорош, то стигма. Сегодня
Сегодня что-то ел этот человек, что творит этот парень. Опять один в один остается, смотрите. Ну, собственными усилиями, да, минус два такие на развороте. Одного поймал в дым, второго на развороте в банан. И ХП, должны тиммейты дать инфу по ХП пифпафа, потому что стигма его не коцал. Все, кто умер... Ой, и ваншотик хорош. В принципе, его было достаточно, там 30% здоровья, по-моему, снимает Дигл с одной пули. Ну, 30 с копейком, то ли 33, что-то в этом роде. Поэтому, в принципе, с первой пули забрал. Стигма разбушевался. Уже даже в первом раунде минус 4 просто-напросто делает. С учетом заслуг в предыдущих, можно ставить памятник где-нибудь на Анкаре, где-нибудь вот здесь вот, вместо вот так вот просто, вот так вот, стигма. И вот стоит и смотрит просто вместо Ленина, стигма. Так вот, если тут памятник Харька был, то так ему бдыщ, и так стигма. Так, тем временем, experience TM. Минус снип. Минус снип, стигма на лол хп. Ну, просто залог вот быстрой победы, точнее не быстрой, а четкой победы для КМС будет это определиться внутри команды. То ли мы все поджимаем, то ли мы не поджимаем вообще, потому что ходят у них по одному в поджим без подстраховок и теряют и здоровье, теряют и тиммейтов. Как бы это не есть хорошо. Точка А отдана. Ну, 2 в 5. Была уже такая ситуация, заканчивалась она опять-таки 1 в 1. Стигма оставался с человеком на дуэль. Не знаю, как будет в этот раз, если полезу. Ну, экспириенс, благо, закрыл. Мог и погибнуть, конечно. Решил проверить решетки. Дал инфу, погибаю, что есть там еще и второй. И стигму его крапулечки ХП минусуют. 2-4. 2-4, 6 раундов разыграно. Еще 3 у нас будет в этой половине. В этой половине. Да, неудобно, конечно, эту карту сверху. Ну, хотя, в принципе, много крыш. Нелепые, нелепые крыши. Ну, смотрите, какая расстановка. Двое в нижнюю поджали. Это ж в нижнюю они или на мосту? Да, в нижнюю. На Надессу снип с подстраховкой стоят. Или где они? Что-то я не пойму. А, вот они как стали. Ну, интересно. Ну, значит... Пандарен незамеченный, незачеканный заходит. Здесь абсолютно никого не будет. Единственное, что бомба-то вот она. Бомба-то вот она, и они будут слышать. Будут возвращаться за ней. Один решил прочекать, погиб. Смотри, что сейчас произойдет. Как бы нам так их увидеть. Уходят. Так, вернулся Рико. Тем временем пытаются открыть точку Б. Пандарен зашел незачеканный через центр по ребрам. Ну, его тут приняли тепленького. Дымовая. Легкий фейк. Легкий фейк получился, потому что никто уже на точку А не смотрит. Дымами закрыты решетки. Надо ждать их рассеивания или врываться в гигантском преимуществе. Ну, решили просто постреляться в дым. Забавно. Одному теряют своих тиммейтов КМС. Следующий. Парами ходят, связками. По одному уни. По одному. Выход на зажиме на Надессу. Минус он. Снип. Последний на решетках. Как-то странно. Странно и чудно решили действовать, честно говоря. Ну, минус раунд за это вам. Вообще, в принципе, могли бы обойти в толстую. Два врываться с решеток. Но решили пойти пачкой с одного места. И срослось. 3-4. Потихонечку равняют. Аленки. Кстати, ходил сейчас в магазин, закупил себе шоколадку Аленка. Сидел перед стримом, ее точил. Не знаю, почему. Световая. Ну, решили в закрытый деф заключительные раунды поиграть. То, в принципе, и правильно.
Не, ну есть команды, допустим, те же самые СССР, ну еще в предыдущем их воплощении, Дымовая. Ру Леджендс, могли себе свободно позволить, и были у них такие тактики. Дымовая. И красные этим, в кавычках, грешили, да, то есть нормальных команд есть в запасе рваные темпы, рваные раунды, как на карте склад, поджим машинки от защиты там в три тела, да, или поджим центра, так и здесь Отборочная. этим балуются неплохие команды. Поджим ДЛ. В принципе, два тела там можно снимать. Кого-то в руке с гранатой, кого-то, кто смотрит снайперский прицел не туда. Такое. Ну вот КМС решили этим не увлекаться. В общем-то, делают то, что делали бы, наверное, 99,9% команд без тактик. Просто стоят по позициям, просто ждут контакта. Контакты всегда, конечно, не в их пользу, в плане того, что выходят там на двух трое, на одного двое, поэтому тяжеловато. Ну, пока, конечно, стрельба такая сонная, доброутречняя. На развороте хороший инсайдер. Надо просыпаться, но не три карты, а одна, поэтому как-то надо ускорить этот процесс посредством там пинка, подпопника. Потому что с такими тактиками закрытого дальнего дефа можно и уснуть. Слегка. 4-4. 4-4. Абсолютно зеркальный счет был у нас до вылета, до реконнекта. То есть 3-1 в пользу КМС. Теперь все вернулось. И последний раунд, заключительный раунд первой половины разыгрывается в розыгрыше. 1 000 000 рублей. Ну, насколько он будет важен для одной или другой команды, абсолютно, думаю, не важен. Даже если кто-то выиграет 5-4, а такое будет, то все равно команде, которая проиграет, нужно будет брать 5 раундов. Выиграет она эту половину или не выиграет эту половину. Единственное, что надо будет отдавать чуть-чуть меньше для того, чтобы побеждать не 4, а 3. И не более. Так, ну опять до контактов. До контактов играют КМСы. Возможно, даже это им служит служба. Втроем уже атака. Опять понадеялись на то, что где-то встретят КМСов один в один. Да, встретили, да, такое было. Но дуэли один в один проиграли. Всегда не может, знаете, быть стопроцентный результат в этом плане, тем более, что деф, конечно, привыкает к таймингам атаки, и человеческий организм — это такой организм, который, ну, есть, что ли, мышечная память, или постоянно зацикливается мозг ходить в одну и ту же позицию и одним и тем же темпом, одной и той же скоростью в дебюте раунда. Этим, конечно, грешат, на этом могут и ловят КМС и своих соперников. То есть раунд начался, эй, нож взял, добежал до какой-то позиции, shift включил, выходишь, а там уже у чувака просто рефлекс, что через такое-то время должен выйти, и он курок свободненько нажимает, увидев оппонента на реакцию, убивает. Поэтому он тут надо тоже. Разнообразие во всем хорошо. Вдвоем. Вдвоем двоих. Вдвоем двоих. Походу сейчас будут не зачеканы. Опять-таки, смотрите, гранатами вообще абсолютно не пользуются. То есть не боятся. Чекает экспириенс. Вообще, по-хорошему, ему надо занять просто-напросто респу. Было бы, да? Или стеночку рядом с респой. Где у нас тут точка B? Господи, где же ты? Вот она. Можно было вот встать вот сюда вот. Заодно бы банан контролился. Ну и на подъеме чувака поставить. Если бы кто-то стрелялся из респы, то он, в принципе, его бы контролил на выход. Ну, в принципе, и ребра позиция неплохая. Базя на ней любитель был сидеть. Единственное, что вот бомба не контролится никаким образом с ребер. Но выходит, отлично стреляется. Последняя перестрелка этого раунда, и в пользу КМС будет... Не будет, потому что бомба взорвется. Долго шли КМС к бомбе. 5-4 в пользу Тини. В этой половине будем меняться сторонами. Покажем им, где раки зимуют уже в следующей половине.
Исек, пишет Рик. Ну, опять, видимо, надо пойти хлебнуть. Тосольчику. Утренний тосольчик. Кофе? Нет, вы что? Утро начинается с тосола. Я сегодня не буду, как вчера, обращать внимание на чат во время игр, потому что пишите вы там только лишь одно. В основе своей. Вообще, конечно, это печально. Очень даже. Ну, смотрите, как бы я все-таки отдаю 90% вот этого результата на то, что это первая утренняя игра. Не все даже профессиональные спортсмены, не то что киберспортсмены, могут собраться и показать достойный результат прямо вот как они проснулись. Ну, к тому виду, что Тини первую половину выиграли, пускай с минимальным преимуществом, но они ее все-таки выиграли. Просто в чат пишут, что о-хо-хо, Тини выиграли первую половину. Ничего абсолютно здесь страшного нет. Карты в руках у КМС. То есть, в принципе, им не надо стоять и ждать, что же будет дальше. Классный коллаж. Хэллоуин. Классненький, да, действительно. Не надо стоять и ждать. То есть, полностью все, что они придумают, можно реализовывать. И только лишь от них зависит, будет это реализовано или не будет это реализовано. Потому что я сомневаюсь, что команда Тини настолько грозна и зубаста, что будет пытаться играть первым номером в поджимный кроссфайр. Агрессивный и какой-то выбивающий, сметающий просто все страты и тактики на эту половину. Вряд ли. Скорее всего, мы увидим то же самое, что видели вчера в игре с Монохромом. Давайте бояться и держать свои позиции. Они сами придут, мы их убьем, может быть. Вот типа того, вот игра. Скорее всего. Ну и минутки неожиданности и... Типа, эй, ай, да, я первый выскочу, стреляюсь. Ой, да хорош, Стигма. Ну вот прям заметен сегодня человек под ником Стигма. Не знаю, как-то вот на остальных прям глаз не ложится. Экспириенс, ласт. За чеком, за столбом. За телеграфным. Телеграфным? Да. Именно, минус он, 1-0, 5-5. Ну, сейчас примерно в том русле будет. Мне кажется, тут нервишки зашалят чуточку попозже. Ой-ой, что у нас? Разберемся с ними, и вот что-то у нас интернет подскакивает. Дымовая. Аж 248 кадров потеряли. Световая. Так, и Стигма у нас первый погибает. Что, дуэль снайперов? Да, Рико первый вышел. Сфотографировал Стигму на память. И в преимуществе оставляет свою команду. Что не есть гуд для КМС. А позиции все до сих пор уйти не взяты. КМСам надо куда-то вываливаться уже в большинстве. Ну, готов. Человек экспириенс готов. Взял специально М-ку. Прострельную. Прицелился в ящике. Готов был принимать, но что-то побоялся. Побоялся, тем более, что... Не знаю, зачем он побоялся, если у него есть тут пиф-паф. Они могли просто перекрестным встречать всю ораву КМС. В принципе, не палиться до самого последнего момента. Заманить их в капкан и просто ноги пооткусывать в этом приеме. Ну, решили по-другому. Теперь будут страдать. КМСам нельзя давать волю. Вдвоем на Надессу снип. Вдвоем. А мы с Тамарой ходим парой. Ой-ой-ой, а тут-то сюрприз, смотрите, какой сидит. Ту-ту-ту-ту-ту. Натопал, тащу ТМ, не чекает. А вот теперь чекнул. Сверху свалился, просто как голубиные какашки на голову. Тащу ТМ, и если голубиные какашки приносят вам только неприятные запахи и ощущения моральные, то здесь еще и физическую боль ощутил на себе. Тащу ТМ, просто его привалило этим.
Ну, это о чем я говорю. В принципе, режим туриста у КМС включен. Единственное, что времени не так много, 26 секунд. Да, скорее всего, раунд будут сливать. Было бы минуты полторы, я думаю, что они вдвоем бы вот эту туристическую прогулку завершили бы в свою пользу, выходили бы в равные противостояния один в один и повысекали бы всех. А так 6-5 в пользу Алены, а она же Тини. И КМСы сенсационно проигрывают как и первую половину в один раунд, так и пока что во второй. Не ведут. Хотя и счет 1-1. Но они же не ведут, это не опровергает. То есть пока что ничья. Пока что нытья. Так, ну решили, смотрите, Рико дымом закрывать, там он не там, а он без ВМ на этот раз. Ну вот правильно, в принципе, хотя бы что-то надо менять, да? Вот эти кроссовки, этот УЗИ или эта шляпка и этот револьвер, то есть меняет оружие, позиции. Это должно каким-то образом КМС сбивать. Если стоите закрытый деф, надо позиции менять. Так, разменялись. Снип на центре, Experience тоже на центре. Пошел в поджим, Experience. Ник какой-то такой. Понятно. Experience. Ну, размен в пользу КМС, естественно. Потому что одна из позиций уже... Не чекабельно, не проверяемо, то есть где-то можно и рвануть. Вот вопрос, где сейчас КМС, надо эту небольшую дырочку найти и разорвать ее до размеров гигантской черной дыры, туда ворваться и все, что там внутри, завоевать. На ДЭС, сольный проход в центр. Да, и закрывают потихонечку точку Б с двух сторон, Рико далековато. Ну вот здесь надо не натупить, надо одновременно. Надо первому Рико, у него есть больше шансов выжить, быть зачеканным, да, вот этого человека ни в коем случае нельзя палить, ему надо заходить в спину, что он, собственно, на шифте и делает первого, и на зажиме принимает спину. Ну, растерялся, три мишени. Было Рико последний, я не знаю, ну что ж такое-то, господи. Но на Дессу еще и хаешкой подснял. Ребра и Рико. Рико на халде, на зеленой бомбе, зажим первый, ХП нет, в принципе, есть шансы, но на первой пуле на Надессу выходит, убивает Рико. 2-1. КМС, счет у нас равный, получается 6-6. Показываем, где раки зимуют. Дымовая. Световая. Интересненько. Ну, Стигма, хорош, попали ему, видать, в ногу. Но он все-таки свою работу делает, Рико, то есть чередует раунды, в принципе. То АВМ и быстрый выход на чек, то калаш и долгий отстой. Как бы прошлый раунд, конечно, получше у него получилось. Был он последним, кто оставался в своей команде и даже мог раунд, в принципе-то, вытащить. Мог бы и вытащить. Ну, что-то развалились, что-то подрасклеились ребята из Алены. Начали глупости творить, начали выходить по одному. Рико первый, ладно, умер, там дуэль снайперов была, это у них свое противостояние, как бы вообще можно в него даже не лезть. А остальные подумали, что, ай, пойду-ка я разменяю. Что, не Рэмбо, что ли? Ну, по одному начали отдаваться. Точку А. Примерно точно так же развиваются события у нас во второй половине, как и развивались в начале ее. Вспомните, 3-1 вели КМС в начале, потом все перевернулось. Ну, здесь уже, конечно, шансов мало, что вытащить этот раунд. Пиф-паф, так и происходит. 3-1, абсолютное повторение первой половины, только стороны поменялись. Теперь уже Алене, а не же Тине, надо определяться.
световая. Тут двояк. Видите, команда завязана на опенфраге. Очень сильно завязана. И Рико, кстати, этот самый опенфрагер. Наколотил двоих на центре. Третий! Рико! Знает о яме. Ну, можно уже остудиться. Все. Тихо. Можно не стреляться. Надо тиммейта. Ну, почему вот я никогда вот этого не понимал? Почему тиммейты стоят? Инфа есть по тому, что человек есть в яме. То есть второго, если вы даже не знаете, закрываете первого, а потом остаете 4 в одного. Почему люди чекают все позиции, холдами ходят по карте? Навалились, убили. Нет, но на Десу дали выжить, да, и он в проходе еще с инсайдером снимает Ащу ТМ. Теперь ситуация не такая уж и новогодняя, мандариновая, елочная, подарочная, Деда Морозова-снегурочная. Никаких подарков уже ждать не стоит от этих двух ребят. 2 в 3 они остаются, несмотря на то, что мало ХП. Может быть, даже и раунд они потащат. Хотя, если вот так через коробку на Надесу будет стреляться, то вряд ли. Шнайдер, ласт. Ой-ой-ой. Двоих. Но не судьба. 3-2. Покажем им, где раки зимуют. Дымовая. 3-2, считаем счет, 7-7 у нас получается, абсолютная ничья. Дымовая. А, молодцы, ребята, и котики вам улыбающиеся, пишет нам Феликс Ко. Как только я в чате на вопросы не отвечаю, на глупые, сразу нормальные посты пошли. Комментарии. Дымовая. Сразу все игру смотрят. Тем более, что игра-то доставляет. Серьезно. Пусть она и первая, и, честно признаюсь, не очень-то мне ее хотелось смотреть. Что-то я думал, что... Даже помните, да, что я в начале игры счет анонсировал какой-то 10-4. Тут абсолютно уже не 10-4, потому что уже счет 7-7. 4 раунда в розыгрыше осталось, и счет может стать как 9-9, так и 10-8, 10-7. Вот такие вот три варианта. Заход на точку Б, решили сыграть тактикал раунд КМС, и закинули дым, красота, красотущая, и раунд этот просто-напросто берут. То, чего, кстати, Тине в атаке не хватало в некоторых ситуациях, просто одного маленького такого... жалкенького дистрофичного дымочечка положить, и этот весь дым отрезал абсолютно всех. То есть снимаешь человека, смотрящего Б, пускай с разменом, остальных закрываешь дымом, спокойненько ставишь бомбу, разбираешь позиции через дым, тебя деф не видит, и спокойно забираешь раунд. Все, легкая игра. Изи. 8-7. Шнайдер. Кстати, на первом-то месте, смотрите, человек. Ну, назвать его заменой сложно, он давно в этой системе КМС находится, но всегда так на вторых ролях был и, скорее всего, заменой здесь является. Заменой Хека, который был в основе, но, к сожалению, смог принять участие из-за своего гражданства. Такие неоднозначные, кстати, решения. Тащу ТМ, ну, просто я вот вообще не знаю. А вдруг убью? Побежал на рисунку. А вдруг троих, да? Ну, фиг знает. Ну, это то же самое, что на фуру бежать. А вдруг я и бампер помну. Может, и помнешь. Так, тем временем ничью берут себе КМС. 9-7 счет и матчпоинт для них. Матчпоинт, и если этот раунд забирает КМС, этот или следующий, то они в финале. В финале винеров. Точнее, это у нас уже финал винеров. Они, ну, пройдут с первого места группы, скажем так. В полуфинал. Будут себя ждать соперника из группы Б со второго места. Со второго места. Где у нас там мисклики и Магрей сейчас в нижней сетке, то есть кто-то из них по любасу в этот самый. С этого самого второго места, возможно, выйдет. Да, ну посыпались тени.
не смогли совладать с нервами. Если с Монохромом прокатывали, да, эти глупые ошибки в начале раунда, и потом на клатчах все подтаскивалось, подчищалось, подметалось мокрой тряпочкой 2 в 5, там 2 в 4, 1 в 3, то КМС такого не прощают. КМС, поставив бомбу, ну, в большинстве случаев против этой команды четко держит свои позиции и точки. Ох-хо-хо. Миша, теперь Шнайдер в основе. Да ладно! Да ты что, серьезно? Так, ну один в один разменялись, пощипались на центре. Сделали друг другу утю-тю-тю-тю. Защекотали до смерти двоих, Снипа и Тащутем. Ну Тащутем это вообще, вот я просто не знаю, таких людей это вот ходячий open фраг. Ну, в том плане, что он ходячий open фраг, а не ходячий open фрагер. Если вы хотите кого-то убить первым, я иду к вам. И просто... Что-что-что? На Б идете? Я иду, убивайте. Я иду. На идете? Бегу, тороплюсь. Так, заход на неудачный для КМС. Надо выруливать эту ситуацию. Есть немножечко подкаленный, точнее, немножечко живой. Пандарен, да, закрывают его. Бомбу надо на первом этаже поднимать. Ну, вопрос бомбы еще через 20 секунд встанет остро. Когда останется 4-3 секунды до постановки бомбы. Пока, кстати, и плент укреплен с двух сторон. На Надессу остается последний. 16, ему бы в тело поиграть. Первое тело, 12 секунд, на ноже торопиться. А пиф-пафу можно просто линять с точки. А зачем ты стреляешься? Господи, где твой мозг-то с утра? Ну, а смотрите, 6 секунд до конца раунда. На постановку бомбы там 2-3 надо, да? И, ну, это ГГ. Это просто ГГ, даже не по счету, а просто по игре. Ну, какого хрена ты стреляешься на последнем издыхании? Все, КМС 10-7 у нас счет получается общий. КМС проходит с первого места в группе в полуфинал. Буду ждать себе соперников с места второго группы Б. Ну, до этого еще как до Китая в известной позе.